Друзья, всем привет! Обещал вам снять грузовики на авторынке «Зеленый угол». Давайте пройдемся по ценам, посмотрим. Их не так много, как было, конечно, раньше, но, тем не менее, что-то для себя присмотреть можно. Так, откуда мы с вами начнем? Начнем, наверное, с краю. Итак, перед нами Toyota Duna, грузоподъемность 2 тонны. 2012 года выпуска, 1 550 000. Сильно в подробности вдаваться не будем. Я думаю, кому нужны подробности, знают эти грузовички, все могут про них прочитать. Еще одна Дюна Термос, 2012 год, 4 литра, 1 720 000 рублей. Следующая. 2012 год, двигатель 4 литра, 150 лошадей, установка минус 30, в будке вентилируемый пол, холодный, 404 фреон, сеть 1 000 000. Вот здесь тоже, знаете, я так думаю, все-таки стоит 1 850. Следующая Дюна, 2012 год, 1 650 000, минус 30, грузоподъемность 2 тонны. Дюна 4 воды, 1 850, автомобиль 2014 года выпуска, 3-литровый, минус 22, перегородка, 4 воды, и он идет на механике. Вот еще один, смотрите, стоит 4 воды, 2012 год, 4 литра, минус 30, 2 тонны, 1 850. 2012 год, минус 30, 1 850, тоже 4 литра. Это такие уже дутро посерьезнее автомобили, по габаритам, по всему, в принципе, по ценнику в том числе. Пятнадцатый год, пошлина 18 кубов, двигатель 4 литра, грузоподъемность 4000 килограмм, 4 тонны, 2 200 000. Еще один такой же, 2 200 000. Вот такая Дюна стоит, чем-то, знаете, на пожарный автомобиль смахивает. Двухкабинник, дизель, 4 ВД. Ребят, не знаю, насколько серьезно, пробег 7000 километров. 4 ВД, мостовой, 2 280 000. Довольно неплохо выглядит со стороны автомобиль. Что у него там, аппарель стоит? Еще одна Дюна. В каком состоянии кузова? Ну, кузова, я так думаю, где-то что-то подкрашивают, да, именно внешний вид в порядок приводят. 4 ВД, 16 год, 1 850 000 рублей, 3 литра, 2 кабины, видите, 2 кабины, 2 кабинник называется, 1 695 000, таможня, категория Б, механика, 4 ВД, грузоподъемность 2 тонны. 1 760, 3 литра. Следующий один Дюн много, да, видите? Б-категория, 4 ВД, Локи, 13 год, 3 литра дизель, 1500 килограмм, грузоподъемность ревка плюс-минус 22, 1 630. Титан, 4 ВД, 1 630, чита ПТС таможня, ревка минус 15, плюс 15. Эльф бортовой,
2016 год, 1 710 000 рублей. 3 литра, 4 ВД с кнопки идет. Еще одна дюна. Ну, дюн, наверное, хватит достаточно, да? Потому что очень много Toy Ice. 2014 год, 1 530 000. Давайте перейдем, скажем так, к серьезным автомобилям. На Исузике цена не указана. Форвард 3 490 000 рублей. Пошлина по ПТС таможня 5,2, 40 кубов, грузоподъемность 5 тонн. Что это, бабочка, да, стоит у нас? $2 630 000. 15 год, 35 кубов, полная пошлина, грузоподъемность 5000 килограмм. Исузик 3 050 000. 16 год, 6,4 кубатура, 3 480 000. Четырнадцатый год, 3 350 000. И 15 год, 56 кубов, грузоподъемность 5000 килограмм, 3 495 000. Так, что тут еще взять? Дутро 2 стоит 2 250 000. Грузовик 2013 года выпуска, без пробега, 4 литра, механика шестиступенчатая, будка 18 кубов. Еще один 2014 год, 2 250 000. Рессорный дизель Isuzu Forward 3 320 000. Аппарель, пневмо. Этот идет со спальником. Дальше, друзья, у нас идет Фуса, крановая установка. Пятнадцатый год, 4 380 000 рублей. Кубатура 7,5, грузоподъемность 5000 килограмм. Есть пульт, самое главное, пульт. 16 год, 4 200 000 рублей. 6,4, рессорный, грузоподъемность 5000 килограмм. Дутро 16 год, 6,4, грузоподъемность тоже 5000 тонн. Тарифка минус 30, 3 480 000. Еще один Isuzu 5,2, грузоподъемность 5 тонн, 3 290 000. Ряд стоит небольших грузовиков. Дюна 4 ВД, 13 год, 3 литра дизель, 1,5 тонны, 4 ВД, а цена не указана. Еще одна двухкабинная, 15 год, бензин 2 литра, 1,5 тонны, категория Б. Самосвал Дюна 14 год, 4 литра, грузоподъемность 3 тонны. Почему-то вот здесь ценники не пишут. Но, тем не менее, смотрим на автомобили, да, то, что они присутствуют, то, что они есть. Все,
сейчас посмотрим, захватим, что еще не захватили. Как видите, да, раньше было намного больше грузовиков, прям намного больше. Сейчас они есть, но, конечно же, выбор небольшой. На авторынке нет такого, то что, не знаете, разбросаны по всему рынку. Вот есть вот эта стоянка. Она, кстати, находится в самом конце авторынка. 11-я стоянка. И перед рынком, с левой стороны, внизу тоже есть, в принципе, такая довольно-таки большая стоянка с грузовиками. И, в принципе, все. Ну и знаете, какие-то такие штучные продавцы есть по городу. Но чтобы вот были еще вот такого плана стоянки, такого в городе нет. Так, ну в принципе, знаете, в принципе, я прошел. Получается то, что показал практически на все грузовички, которые стоят здесь. Кстати, они стояли раньше вон там, дальше была территория. Территория эта хрен пойми какая, то ли военная, то ли еще чья-то, не поймешь. Короче говоря, оттуда выгнали, тут якобы собираются строить микрорайон. Кстати, микрорайон «Зеленый угол» строится внизу. И все, и она пустует. Че выгоняли, хрен его знает. Вот еще и Сузик стоит. 8-й год, 3 литра. 2 тонны. Друг наш бегает. Цена, к сожалению, не указана. Вот, ребят, поэтому, как видите, выбор есть, небольшой, но тем не менее есть. Все автомобили, вот эти грузовики, они есть на дроме. Поэтому, что кого интересует, заходите. Там, по-моему, раздел спецтехники. Выбирайте, покупайте, но обязательно, то есть грузовички, да, это, скажем так, рабочие автомобили. Поэтому обязательно проверяйте автомобили перед покупкой. Я напоминаю, в городе отсутствую, вот, по 15 число, поэтому работаем с 16 июня. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто подписался на канал. До новых встреч.